Добро пожаловать в наше заведение. Я ничего не заказывал. Вы уверены? Меню? Ну, мои вкусы последние 150 лет не меняются. Я так и знала. Итак, меню? Командуйте. Хорошо, с чего начнем? С десерта? Или с горячего? С закуски или второе? Корчной или Карпов? Хабенский или Янковский? Вы сейчас, наверное, про кино, которое выйдет перед Новым годом. Да, кто победит? Вы за кого болеете? Я знаю их обоих. Нет, я не про Янковского и не про Хабенского. Хабенского. Да, забыл. Все ныть и сумка. Нет, я знал Виктора Львовича немного и чуть лучше Анатолия Евгеньевича. И надеюсь, еще с ним встречусь. Мы общались, играли? Я играл с Анатолием Евгеньевичем. Общался немножко с Виктором Львовичем. А фильм, ну я думаю, наши победят. Почему? Если наш будет Карпов. Кажется, он был консультантом даже в этом фильме. А, кстати, а как вам Корчной? Проблема Корчного, что он сейчас стал как Иосиф Бродский. Его нельзя критиковать. То есть в советское время он был враг народа, негодяй, перебежчик. А потом он стал такой бронзовой фигурой, жертвой борьбы с коммунизмом, с застоем. А на самом деле он был просто очень большой шахматист, который очень любил жизнь. И очень любил женщин. Мне рассказывал один из наших тренеров, что он жил с Корчным в одном номере. Так. Во время одного чемпионата. Длинный чемпионат, знаете, раньше играли по месяцу, по 20 партий. Раньше длились эти соревнования, ну не по полгода, но по несколько месяцев. Да, и Корчной, говорят, он рассказывал то ли с завистью, то ли с негодованием. Он говорил, что Корчной, он уходил после завтрака гулять в город, через полчаса возвращался с жертвой своего обаяния и имени. Они весело проводили время эти полтора часа перед обедом. А потом он ушел обедать и играл на партию. Кстати. Играл партию, не жалел себя человек. Не жалел себя. Кстати, разрешите вопросик. Как шахматисты общаются с девушками? Можно? А общаются они, да, по-разному не общаются. Как все нормальные люди. Например? Вот инженера как общаются с девушками? Не Я знаю. Не знаю. Угу. Мне кажется, так же. Шахматисты, ну, кто-то прямо очень не может общаться. Застенчивый такой. Задрот, весь в шахматах, весь в игре. А кто-то общается, как Корчной, который не чинит себя, вот так любит девушек. И дама его встает в центр доски, как вот моя, и делает рокировку. А Магнус Карлсон сказал, что он настолько сейчас знаменит, во всяком случае, в своей родной Норвегии, что ему неинтересно общаться с девушками, когда они знают, что он Магнус Карлсон. И тогда, чтобы ситуацию как-то есть такие, усложнить, которые не знают, кто такой Магнус Карлсон. А таких почти нет, он говорил, неинтересно. Он ставит мат, не доходя до миттельшпиля. В дебюте ставит мат. Угу. И для того, чтобы игра была более острой, Карлсон притворяется пожарником, спортсменом, безработным, строителем. Библиотекарем. Но тогда другая проблема возникает. Угу. Партию он обычно не выигрывает. Ясно. Вот видите, как бывает. Ага. А другой мой знакомый, так, гроссмейстер, угу, он иногда вызывает девушек эскорт, знаете? Гейши такие есть. Боже мой. В Японии. Мне это совсем не интересно. Вот, например, Карпов. Извините, что я вас перебила. Но он же серьезный человек. Нет. Нет? Карпов великий человек. Великий шахматист, но исторически ему не повезло. Почему? Его ожидает судьба в истории шахмат, как Людовика XIII в истории Франции, про которого говорили, что очень трудно быть одновременно отцом Людовика XIV и сыном Генриха IV.
Генрих IV. Это ему принадлежит фраза «Париж достоин Мессы», так? Так. Так. А я не знал, что такое Месса еще недавно. Я думал, это Месси, а Месса, да, но... Мы понимаем, о чем мы говорим, а вы читаете историю. Но Генрих IV из гугенота в одночасье стал католиком. И поэтому сказал Париж достоин Мессы. И королем Франции. Не каждый на это пойдет. Ну, не каждый, скорее, сможет стать королем Франции, да? Ну, кому-то это вообще не надо. Кстати, вот Карпов, это, по-моему, его фраза «Шахматы – это моя жизнь, но моя жизнь – это не только шахматы». Вы подписываетесь под эту фразу? Нет. Нет? То есть он получается, не как набоковский Лужин? Нет, он проще в этом плане, человечнее. Набоковский Лужин, он не мог общаться с действительностью. Он жил только вот в этом пространстве 64 клеток. Угу. Как пианист Зеффирелли. Тим Рот. Да, тоже он только на корабле. А Карпов, он может жить в Госдуме, собирая марки. Это его увлечение? Да, он крупнейший коллекционер, знаете. Интересно, какая у него коллекция? Большая, наверное. Он сказал, что у него самая большая коллекция по 5 номинациям. Олимпийские игры, шахматы, Бельгия. И еще 2, не знаю какие. Мы с ним вот как раз общались, и он рассказывал и про свои марки, и про то, как важно иметь йодированную соль. А, это очень. Да, он собирался делать доклад в ООН по этой теме. Интересно, сделал? Да, конечно, да. Переходим к горячему. Некоторые любят. Погорячее. Итак, мат. Да, мы... Хотели бы... Я хочу вам показать несколько матов. Можно? Да, с радостью. Самый знаменитый мат – это мат детский. Детский – это как? Детский мат – это когда белые ходят так. Играйте черным. Вот так? Правильно. Белые ходят, например, так. Черные делают какой-то ход. Белые играют так. И на такой ход, видите, белые и слоном, и ферзем нападают и ставят такой мат. Это называется детский мат. Крибли, грабли, мат. Да, а я почему запомнил? Потому что моя почему? Первая партия, которую я в жизни играл, я увидел, как ставят детский мат, и я сыграл. Давайте. Нет. Я в 7 лет, а вы мой противник. А я не запомнила. А играйте как хотите. И я ударил пешку и все. И сказал мат. И мой соперник почти... Расплакался, а потом говорит, это же не мат, я же могу сесть королеву. И? А вы? Я вспомнил, что я, оказывается, не вывел слона. Да, надо было вывести слона, но я настолько хотел поставить ему мат, и говорю, мат. Он говорит, нет. Он сперва почти заплакал, а потом говорит. Собрался. Ему повезло. Да. Вот, кстати, сегодня по новостям слышала... Ян Непомнящий, они же встречаются с Карлсоном. Да. Победит тот, кто более сконцентрирован, кто больше мотивирован и кто более выносливый. А я думал, кто более сильный пусть. Ну да, в результате тот, кто сильнее играет в шахматы. Вы за кого, кстати? Я, как Сальвадор Дали, за себя. Да, нет, но мне нравятся оба или не нравятся. Оба. Оба. Так, следующий мат. А следующий мат, он более смешной. Какой? Знаете, был такой первый чемпион мира, Вильгельм Стейниц. И у него была большая борода. И он играл с любителем в кафе. И соперник тоже собирался поставить детский мат. Затея. Именно детский. Но если он так пошел. Конечно, ничего не получилось бы. Но проблема оказалась в том, что у Стейница была вот такая вот длиннющая борода. И он бородой... задел своего короля. Да. Да. И король двинулся? И этот говорит, трон уходи, да, трон уже не есть. Королем надо играть. И король идет вперед. Фу, какой противный. Соперник настоял. И тогда ферзь бьет пешку и ставит мат. Да, и это называется бородатый мат. Вот, а наши победили? Ну, наши победили, Стейниц проиграл, видите. Но мат идиотский абсолютно, но смешной. Но самый старый мат, который
есть в истории, по-моему, это мат Дилорам. Кстати, а можно его увидеть? Да. Я слышала об этом на вашем канале мат Дилорам. Это когда отдаются две крупные фигуры, да, а мат ставится конем и пешками. И пешками. Вот про пешки я слышала, а про коня я не слышала. Там интересная история. Какой-то визирь проиграл все. Да. И чтобы... И даже жену. Последняя ставка его была... Супруга. Супруга. И он уже проигрывал, потому что ему ставят тут... А он каким играл, кстати? Мат. Он играл белым. Вот такая была позиция. Черный хотел поставить мат. Или так, линейный. Или так. Кстати, о линейном. И... Поговорим. Позже. Хорошо. И визирь уже готов был проиграть свою супругу. Последнее, что у него оставалось. Но тут супруга не хотела проигрывать. Говорит, аз-зым. И говорит, ты же можешь отдать две своих крепости ладьи. А ему жалко, что ли, было две ладьи? А он не видел, что. Бедный, бедный. Он ставит шах. Это он, ага, это... Визирь ставит шах, ладья. Да, надо брать. Надо брать. И вот они играли по правилам шатранжа. Вот игра, которая... И тогда слон мог прыгать... Через коня на одну клетку. И вот так он играет шах. Шах. Ладья ставит. Надо уходить сюда. Да что ж такое? Да, король падает, махает мне. А то супруга говорит, еще один шах. Дилорам. Дилорам. Надо брать. Да, король берет ладью. И тогда шах ставится пешкой. И? Король уходит сюда. И конь ставит вот такой. Та-дам! Король упал, плохая примета, наши победили. Ну, да, красиво, да? Красиво. Кони. Мне понадобится еще некоторое время, чтобы осознать эту красоту. Это правда, что вы встречались с миром Кустурицы? В его деревне магического реализма. Mm-hmm. Да, да, это такая деревня, знаете, где есть улица Феллини. Ингмара Бергмана, писателя Ива Андрича. Прелестно. Где есть еще тюрьма. А зачем? Где сидит Джордж Буш, старший. Где есть площадь Марадонны. Он собрал любимчиков? Только его любимчики, да. Новак Джокович, теннисист, писатель Ива Андрич и сам писатель. Кинотеатр Стэнли Кубрика. Слушайте, это получается, он как Господь Бог в своей деревне, да? А, да. Это вот смесь, она построена в традиционном стиле, да. Но это явный постмодернизм, сказали бы, да? Давно построено? Лет 15, наверное, как. Все из дерева, дома, а каменные дороги, как средние века. И даже тюрьма из дерева? Тюрьма из чистого камня. Камня. Да. И железо. И о чем мы с ним беседовали? На шахматах? Эмир Муратович рассказывал о своих планах на будущее. Муртас Муратович у Эмира Муратовича. Да, я его, кстати, а он знает, что да, чтобы оба вы Муратовичи? Да, он как-то не удивился. Не удивился? Да, к сожалению. Кстати, надо выяснить и уточнить, что это... Вы знаете, что Мурат означает имя Мурат? Не. Надо узнать. А зачем? Просто интересно. Не отвлекаемся. Так вот, вы были у Кустурицы, я вас перебила. И он нам рассказывал про магический реализм. А это как? Вот недавно... Я спорил с человеком, говорит, вот так не бывает. Да, вот ладья не может ходить как конь. Слон не может ходить как ладья. Слон ходит только наискосок. А пешка ходит только вперед. Но не так вот летает. И какое это отношение имеет к магическому реализму? Что в магическом реализме кошка может лаять как собака. То есть возможно все получается? Да, главное, чтобы это было правдой, художественной правдой. Если надо, чтобы слон ходил как конь, то он будет ходить как конь. Если надо, чтобы ладья ходила как королева, она будет ходить как королева.